Итак, ребят, попадаем в парковочное место, используя три ориентира. Первое, что мы делаем, проезжаем вдоль парковочного места, вдоль припаркованного автомобиля, вокруг которого будем закручиваться, и предварительно опускаем правое боковое в зеркало вниз, так удобнее будет ориентироваться, подъезжая к поребрику. Включаем реверс, смещаемся назад, пока арка нашего заднего правого колеса не поравняется с углом. И закручиваем руль до упора вправо, в сторону парковочного места. Дополнительно можете использовать вот этот ориентир, такой крестик налепил на вот эту часть стекла, которая ближе к рамке. Теперь все внимание в левое боковое зеркало. Мы должны увидеть обе фары позади стоящего автомобиля. Останавливаемся, выравниваем колеса. И теперь все внимание опять в правое боковое зеркало. Смещаемся к поребрику на расстоянии 30-40 сантиметров. До поребрика от дальней части колеса правого. Останавливаемся, закручиваем руль до упора влево и завершаем нашу парковку. Контролируем передний правый угол, контролируем боковой интервал и позади стоящий автомобиль. Запарковались, выравниваем колеса, ставим в паркинг. Все, ребят, парковка завершена.